Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. Друзья, всем привет! И для начала хочу вам посоветовать букмекерскую контору Олимп. Олимп имеет самую широкую линию ставок, и поэтому сейчас я заключил пари на то, что забью ли я гол или нет. Вот так легко можно зарабатывать на ставках. Скачиваем приложение букмекерской конторы Олимп, ссылка будет в описании. Сегодня у нас третья часть рубрики «Удиви всех на поле». Ребята, если вы хотите улучшить свои навыки в футболе и удивлять всех, то сейчас же подпишитесь на наш канал. Кнопка выглядит вот так, нажми на нее, тебе же не сложно. Пожалуйста. И как обычно, мы приготовили для вас два крутых финта, с помощью которых вы обязательно удивите соперника на поле. Ну что ж, приступаем к первому финту. С помощью этого финта 99% ваших ободок станут успешными. Его вы можете практически использовать на любом фланге. Ну что ж, приступаем к обучению. Цепляя мяч, уводим его за внешнюю часть опорной ноги. Вторым шагом прокатываем мяч себе на ход, тем самым перепрыгиваем вокруг мяча опорной ногой и рабочий уходим в сторону от соперника. Вы очень много просили, как обыграть соперника, стоя к нему спиной. И вот вам эффективный способ, с помощью которого вы легко раскатаете соперника. Останавливаем мяч рабочей ногой. Вторым шагом слабой ногой внешней стороной стопы цепляем его, разворачиваясь на 180 градусов. Третьим шагом, притянув мяч к себе, подбиваем свободную зону себе на ход. Ну что ж, друзья, надеюсь, эти способы вам понравились и вы оцените это видео своим лайком. Пишите в комментариях, какой финт вам понравился больше и какие ролики вы бы хотели видеть на нашем канале. Всем удачных тренировок! Пока! Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these...